Привет, друзья! С вами Аксинья. И мы сейчас находимся в Нью-Йорке, на Манхэттене, в одном из моих любимых мест, Брайант-парк. Когда я была студенткой, я недалеко здесь училась на курсах английского языка лет 12 назад, поэтому это место такое знаковое для меня. То есть я немного гуляла по Манхэттену, не часто, но вот именно Брайант-парк я любила выходить. Здесь также проходили всякие фэшн-шоу, разные события, что, в принципе, сейчас тоже здесь происходит. Вот, сейчас покажу вам, как здесь красиво. У меня сейчас здесь будет фотосъемка с актером. И я радуюсь, когда прихожу в места, в которых я когда-то была совсем другим человеком, делала другие дела, думала другие думы. И теперь вообще жизнь очень интересная штука. Хотела вам еще сказать, что в Брайант-парке очень хорошо снимать, потому что здесь много разных стульев, скамеечек, много зелени, то есть это как и для женского портрета, так и для мужского можно все сделать. Вот. И места много, ну, может быть, потому что утро, сейчас среда. Нет, вру, среда.